Так вот у нас должно получиться. Теперь мы должны взять черный цвет. Вот так вот. И вот тут вот мы рисуем такие вот, как волны. Вот так вот, как волны. Такие вот маленькие, большие. Вот так вот. А вот тут вот мы рисуем таких вот, как птичек. Как птичек. Вот так вот. Вот такие вот птички у нас получаются. А еще нарисовываем сюда вот такую красивенькую луну.